Юбилейные торжества начались еще в пятницу вечером. В 19 часов фестиваль духовых оркестров грянул сразу на 4 площадках города. Евгения Цветкова расскажет, как все начиналось. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Праздник действительно начался уже в пятницу вечером. Он грянул мощными аккордами сразу 4 оркестров, одновременно на 4 площадках нашего города. В Майдановском парке, на мемориале Славы, у стелы воинской доблести и здесь, в Сестрорецком парке. Все оркестры из разных городов нашей страны, они приехали к нам накануне главного юбилейного дня. И что называется, с колес прямо на сцену. Танцовываем. Все знакомое, все такое наше, которые года были, вот мы. Хорошо, конечно, молодцы. Духовой оркестр, как артист, у каждого свое лицо и амплуа. В Сестрорецком гремит басами губернаторский оркестр Тульской филармонии. Ему более 20 лет, в его репертуаре почти 700 произведений, начиная от классики, заканчивая джазом. В фестивальной программе готовились особо, признаются, что удивить публику, которая живет в городе Чайковского, довольно трудно. Мы никогда не были здесь. Мы только знали, что здесь связано с именем Чайковского. Мы исполнили произведения, которые отражают любовь к родине, любовь к человеку, к нашей земле. И вообще, наверное, все о любви. Но самая сильная звуковая волна, конечно, накрыла центр города. Буквально в радиусе нескольких сотен метров, а именно на ступенях Мемориала Победы и у стелы воинской доблести гремят сразу 2 духовых оркестра. В каждом более 30 исполнителей. Пусть этот мир долетит сквозь столетия, но не всегда. По-настоящему зажег публику военный оркестр Академии ФСО России из города Орел. В его составе только мужчины, рядовые, сержанты, прапорщики. Все они профессиональные музыканты. Их репертуар безграничен. Это произведения из кинофильмов, мультфильмов и узнаваемые хиты, причем не только советские. Хотя, признаются музыканты, больше приходится исполнять служебно-строевые марши. Клин военный оркестр приехал с премьерной программой. Прекрасные, обстановка прекрасная, праздничная. Ну, все замечательно, спасибо огромное. Ну, ощущение праздника, конечно, присутствует, чувствуется. Маленький так рвется пляс, нам очень понравилось. Именно на такую реакцию и делали ставку организаторы юбилейных торжеств. Ведь именно духовая музыка во все времена поднимала боевой дух солдат и сопровождала торжественные парады. Они молодцы. Мало таких оркестров существует профессиональных, как вот их оркестр. И репертуар очень хороший, разнообразный, главное. Накануне Дня города, конечно, это приятно очень, потому что вот такие вот, такой подарок, действительно, даже для города, это очень хорошо. Фестиваль, как я уже и говорила, открыли 4 духовых оркестра, которые приехали к нам издалека. На следующий день выступили еще 6, среди них и детский оркестр. Но об этом чуть позже расскажут мои коллеги, а у меня на этом все.